Анализ тарифных планов операторов мобильной связи показал, что в настоящее время по всем операторам стоимость исходящих звонков на мобильные телефоны своего оператора при условии подключенных определенных тарифных опций и маркетинговых акций стремится к нулю. Стоимость исходящих звонков на городские и мобильные телефоны других операторов также снижаются, но с гораздо меньшей динамикой. В целях обеспечения качественного радиопокрытия сотовой связи территории Республики Татарстан на сегодняшний день введены в эксплуатацию более 9000 базовых станций, в том числе 500 базовых станций за первое полугодие 2015 года. Таким образом, операторы связи ежегодно вводят в работу сотни базовых станций. Это, несомненно, сказалось и на доступности сотовой связи в населенных пунктах Республики Татарстан. В настоящий момент 99,98% населенных пунктов республики охвачены сетью сотовой связи хотя бы одного оператора. До достижения 100% осталось обеспечить всего 63 населенных пункта. Сегодня абоненты мобильной связи могут сменить оператора, сохранив при этом свой номер. Всего по России общее количество заявок на перенос номера по состоянию на первое полугодие 2015 года составляет 2 203 000 заявлений. Из них перенесено 1 551 000 номеров. По республике Татарстан количество заявок на перенос номера составляет 55 000. Из них перенесено 41 000 номеров. Таким образом, в республике было исполнено 75% входных заявок, что выше, чем общее значение по России 70%. Такой относительно невысокий уровень исполнения заявок на перенос номера объясняется в том числе ошибками, которые совершает заявитель при заполнении документов и наличием задолженности перед оператором-донором. Всего с начала оказания данной услуги ей воспользовалось 0,8% абонентов Республики Татарстан и порядка 1% абонентов по России. Поэтому услуга не очень востребована. Сохраняется сложившаяся в последние годы тенденция уменьшения количества проводных телефонов. Так, количество основных телефонов по состоянию на первое полугодие этого года, 2010 года, уменьшилось на 12%. Домашний телефон продолжает терять популярность. Эра мобильных технологий давно наступила как в России, так и во всем цивилизованном мире. На данном слайде распределение долей учитывает как физических, так и юридических абонентов. В целом, отток абонентов в проводной телефонии сказывается на всех операторах в равной степени, в связи с чем их доля также не претерпевает значительных изменений. С учетом сохранения на уровне действующих тарифов и предоставления постоянного пользования абонентской линии, увеличение предельных максимальных уровней тарифной услуги местной телефонной связи в этом году составило в среднем всего лишь 2,3%. Несмотря на установленные Федеральной службой по тарифам России предельные максимальные значения тарифов на услуги местной телефонной связи, операторы, учитывая фактор конкуренции, находят возможность предоставления услуг проводной связи по более низким тарифам, предоставляя различные маркетинговые акции и скидки с целью привлечения новых абонентов и сохранения абонентской базы.